Сейчас наша стандартная презентация Республики Татарстан. Мы видим, слева у нас обычно идет изображение, фото, а справа идет информационное сопровождение, где мы можем рассказать о нашей республике. Татарстан – место, где Европа и Азия, Запад и Восток сплетаются в единое. Здесь здоровый дух. Здесь адреналин и дух соперничества. Где есть место новым эмоциям. Татарстан – это промышленный центр. Татарстан – это традиции. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Была идея сделать такое место, где мы бы инвесторов приглашали, могли показывать. Вот, когда Талия Елизовна приступила, она вынашивала историю. Мы здесь оказались с одним моим коллегой случайно. Осматривали это помещение, и я тогда подумал, что данное помещение очень достойно для того, чтобы представлять республику. Ну и небольшие вложения, которые были сделаны. Значит, очень такой креативный выставочный зал. И вообще атмосфера такая доброжелательная. Молодые специалисты, кадры. Все это импонирует, привлекает инвесторов. Поэтому Хайрли Саатта, добрый путь. Я очень рад, что есть огромное желание. Эта работа такая очень, очень непростая. Поэтому, значит, я благодарен всем нашим инвесторам, предприятиям, торгово-промышленным палатам, ну, понятно, администрации города, потому что это здание тоже достойно с трассы. Мы проезжаем и видим, что есть такое место,
можно завести быстренько, презентовать, все показать. Поэтому давайте, используйте эту площадку, это ваша площадка.